все работает, я надеюсь. Думаю, да. Всем привет, с вами канал Белостова. И сегодня я решил сыграть в новую игру, которая, если честно, отличается своей кое-какой философской, скажем так, философской деталью. Называется «Путь к мнемосине» или же «Path to Mnemosyne». Эта игра очень странная, она очень философская, плюс еще у нее есть такая шняга, которая типа мол, обман зрения и всякое такое. И я хотел только начать записывать, как тут же у меня появилось такое главное меню, и там пишется, что мол, нажмите любую кнопку. Я нажимаю, и та девочка, которая находилась в главном меню экране, она глаза вот так вот открывает, переносит меня в игру и мол, говорит мне... скажем так, мой голос в голове говорит, мол, успокойся, все хорошо, сейчас я тебе все объясню. Я решил вот выйти в меню, вот в это вот, и, собственно, давайте начнем с вами игру. Тут, кстати, можно начать с новой, но мы давайте уберем наше меню, продолжить. И вот мы оказались, скажем так, внутри главной героини, за которую, собственно, мы будем сейчас играть. Влево-вправо нам ходить нельзя. Можно ходить только вперед-назад. И плюс еще вот такое вот небольшое, что-то типа обмазание. Я помогу тебе. Освободи свой разум. Вот. Что-то типа такого обмана. Ну не обман зрения, а скажем так, эффект приближения. Как будто, знаете, как под микроскопом, когда, мол, приближаешь, приближаешь, приближаешь. Very вот здесь well. Примерно то же самое. Прекрасно. Сколько эта дорога будет длиться, мне вот интересно, просто-напросто. Прыжок! В этой игре можно прыгать, но. Так, а я привалюсь под люк, да? А так не провалюсь. Отлично. Плюс еще здесь очень много загадок и головоломок. Поэтому мы, собственно, будем сегодня еще и мозг тренировать. Не понял. Так, и чё? В смысле, меня провалиться? Надо было на одну кнопку наступить, а на вторую пропустить. Все, понял. Open. Вот, собственно, открой свой разум. Вот, собственно, ребят, то, о чем я говорил про загадки. И... Сюда? Ну, давай пробуем. Я не то открыл! Все. Давай по новой. Можно по новой? А давай все открою. Главное, для начала все открою, а потом... Потому что я уже неправильно все сделал. Открой. А можно сбросить? Сбросить можно. Все, хорошо. Открой. Все, сбросить можно, хорошо. Так, тогда как там было нарисовано? Внизу слева и справа вверху. Все. Отлично. Философия наша продолжается. Задействуй чувства. Так, что это за слизь такая? Мне интересно узнать. Так. Я сейчас, наверное, скорее всего, могу поворачивать. Нет? Подожди. Давай сюда. Вот, я сейчас могу поворачивать. И что это за люки? Не буду на них прыгать. Потому что я боюсь, что я сейчас провалюсь нафиг. Так, и это тупик. Это тупик, это нас никуда не приводит. Девочка. Надо наступать. А это нас куда-то приводит или нет? Ну-ка, мне вот интересно узнать. По-моему, это нас никуда не приводит. Ну-ка, давайте сначала дойдем до конца коридора и посмотрим, к чему это нас может привести. Ага, там глаз находится. А нам нужно слух, нюх и глаз. И чё? Мы зайдем внутрь глаза. Нет? Задействуй чувства. Чувства. То есть получается, мы должны открыть все, что ли, получается, мы должны. Они не открываются. Или открываются, подожди. Ну-ка. Они все черные становятся. То есть я должен переключаться между вот этими кнопками, чтобы, мол, открыть их все, да? Ну-ка, а если так и будет, ну-ка. Допустим, мы здесь все откроем. И что будет? Так. И
Я забыл, за что отвечает вторая кнопка. Все, мы прошли. Да, мы все открыли, хорошо. Так, теперь давайте вернемся обратно. И вот здесь тоже включим кнопки, а именно рука, нога и еще что-то. То есть давайте здесь тоже включим все кнопки. Вот так. Изи. Пока что загадки у нас здесь легкие. Просто я давненько уже не играл в игры с такими вот загадками. Плюс еще у меня пока что не пройдена Mother Simulator, но я ее совсем скоро пройду. Возможно, даже это будет завтра. Я вот даже не знаю, у игры есть сохранение или нету. Смотрим. Твои воспоминания все еще здесь. Тебе нужно лишь их найти. Так, мои знания все еще здесь. Что это за рычаг сверху? Мне к нему попасть, да? Ну, включили. А, надо стоять около него. А это что? А, это ничего не делает. Поскольку здесь пока что из управления нам дали только... Ну, я встану, и что? Не работает ничего. Ладно, пока что пропустим рычаг и посмотрим, что у нас впереди. Впереди у нас еще одна кнопка, еще один рычаг. Ничего не делает. Зато у нас здесь есть черепа, у нас здесь есть муравьи или жук. А это что делает кнопка? Ага! Вот оно что. Надо сначала было... Ну, давай. Надо было сначала зайти в этот. Кстати, в эту игру играл Юджин. Поэтому эта игра меня и заинтересовала. Я такой смотрю на канал Юджины, и твои воспоминания все еще здесь. Тебе нужно найти их. Так, у нас есть мышка. И нам нужно сделать созвездие. То есть вот это вот созвездие и вот это вот. Вопрос только один, как их создавать, эти созвездия? Их надо куда-то кликать, их, и что нам делать, да? То есть... Подожди, а как? Или сначала нужно, чтобы все... Или сначала нужно, чтобы все загорелись, и только потом я могу их двигать. Так, правая кнопка ничего не делает. Левая тоже ничего не делает. Я кликаю везде, но ничего не происходит. Ладно. Просто я один раз смотрю на канал Юджина. И такой думаю, а почему бы, собственно, в это не сыграть? Раз игра проходная, то, может, все выйдет идеально. Так, а если я там на кнопку наступлю, что будет? Так, все огоньки начинают тухнуть. Окей, а если я... А если я, смотрите, если я эти огоньки трогать не буду? Вот сюда зайду, тогда они все будут белые, да? Твои воспоминания все еще здесь. Тебе нужно найти. Ага. Кажется, я понял, в чем прикол. Нам нужно сделать так, чтобы эти огоньки оказались в глазу. То есть сейчас нам нужно перепрыгнуть вот эти вот шняги, взять огоньки, оба огонька. То есть давайте пойдем назад. Возьмем оба огонька. Если я случайно наступлю на кнопку, я надеюсь, ничего такого особого не будет. Да ладно. Вот так. Теперь сюда. А, ничего не будет, если я наступлю на кнопку, огоньки не пропадут. То есть я все выполнил. Я теперь могу эти огоньки поставить спокойно там, где находятся эти самые созвездия. Rebuild your memories. Так, вот сейчас бери огонек. Вот сюда. И вот сюда. Идеально. Все, теперь мы можем построить созвездие. Так, как их строить? А, надо их поворачивать. Все, понял. Так. Палки находятся как-то не очень. Это оптическая иллюзия, я понял. Но надо эту оптическую иллюзию как-то настроить. Чтобы все звезды были. Так. Я говорю, это оптическая иллюзия. Нужно изображение поставить так, чтобы это было похоже хотя бы на одну из вот этих вот созвездий. То есть игра меня чисто тупо обманывает в данном случае. Так. А нельзя как-нибудь повернуть или опустить, нет?
То есть мне, получается, нужно тупо угадать, какое созвездие здесь зашифровано, что ли? Ну да, получается, одна вот эта вот лишняя, наверное. О! Подожди, во! Во! Все, одно созвездие мы построили. Теперь нам нужно эту штуку перевернуть как-то. Можно перевернуть? Переверни. Или нельзя перевернуть? Перевернуть нельзя, ладно. Сейчас, подожди. Так, не, подожди. Ты все делаешь правильно. Нам нужно вот. Вот. Нет. Нет, не так. Блин, вот со вторым созвездием будет сложнее. Потому что я вообще не понимаю, куда его присобачить. Подожди. Ладно. Так. Не, ну одно созвездие мы построили. Все. Изи. Теперь нам нужно то же самое, но чтобы вот это вот оказалось наверху. Его надо бы перевернуть. А он не переворачивается. Козел. Блин, а как? Да, интересно. Так, это мы сейчас только что построили. Блин, сложно что-то слишком. Если честно, немножко непонятно. А, подожди, я его вроде перевернул. Вот, она оказалась наверху. Теперь нам нужно ее поставить в правильное положение. Чтобы... Блин, эта палка, она слишком длинная. А, во! Надо было ее просто развернуть в другую сторону, и все. Чтобы длинная палка и короткая... Воу! Успокойся. Это лишь воспоминание. То есть, получается, наша главная цель – это собрать все воспоминания. Следуй по этому пути. Вот такая вот ничья психология у этой игры. А, то есть я могу еще и переворачивать. Нормально. Интересно, конечно, лица здесь. А ты что, не можешь прыгать здесь? Да ну нафиг. А мне надо как-то попасть. Вон на эту платформу. А туда не попасть, да? Не-а, не попасть. Ладно, попробуем тогда вот. Так. Нет, ты встань вот сюда. А, нет, платформа наверху. А надо наверх как-то попасть. Подожди, в смысле? Голоса в голове, ребят. Прикольненько. Так, а если попробовать вот... То есть мне надо потом как-то наверх попасть и все. До кнопки. Или не попасть. Да, фиг его знает, короче. Так, что тут у нас? Так, у нас здесь есть сцена. На сцену не попасть. И чтобы сцену открыть, нам нужно... Так, вот первую я понял, как надо. Смотрите. Кстати, интересно, а вот эти вот лица, они взяты с реальных фотографий? И плюс еще это могут быть разрабы? Maybe. Все может быть так. Так, и вот. Все, одну комбинацию мы сделали. Теперь надо вторую комбинацию сделать. Вот этот вот шарик. Вот, точнее, переключатель. Так, кнопка. Вот эта вот кнопка. И вон та кнопка. Вторая комбинация есть. Третья комбинация. Два верхних и одна нижняя. Но это изи. Это легко. Если запоминать, то это легко. Допустим, мы сделали свое дело. Но у нас еще есть одна кнопка, которая находится наверху. Как вот до нее добраться, я хз. Твои воспоминания все еще здесь. Тебе нужно лишь найти ее. Ага, то есть опять придется нам корячиться со созвездиями. И нам нужно найти два огонька. Два огонька у нас находятся сзади. И до них надо как-то добраться. Один огонек находится наверху. То есть мне нужно как-то перевернуть вот этот вот пол, чтобы я мог добраться до огонька. Ты встань. Нет, ты встань. Вот так вот. Так.
Так мне не попасть, вот в чем проблема. Я ж не могу прыгнуть прям в пропасть и все. Нет. Ну-ка, это что? Хорош, Виша, Фиш. Заколебал уже. Это что? А-а-а! Вон оно как, слушай. Ну-ка, это что? Так, ну это понятно, это нас приводит к этому, но нам нужно попасть к кнопке. А подожди. Подожди. В смысле? Чего? Я запутался, ребят, окончательно. В смысле? Подожди, вот. Короче, все, один огонек мы взяли. И теперь нам нужно как-то вернуть пол обратно. Нам нужно пол вернуть обратно. Так. И сейчас нам надо как-то добраться до верха. Это что делает? Ну, это переворачивает, допустим. Так. Виж де фиш. Так. Угу. Пол мне верни, эй. Чудище, пол верни мне, слышь. Дайте мне пол наверх. Я хочу попасть наверх. Мне это необходимо. Ну-ка, подожди, а если вот, вот, вот так вот, ну. И сейчас мы перевернем то, чтобы мы оказались наверху. А мы не оказываемся наверху, а как? А как наверх-то попасть? А там не попасть, подожди, там же не попасть. Или перепрыгнуть можно. Подожди. Подожди. Ну-ка. Ну, допустим. Не, мы здесь уже были. Мы эту взяли уже, но. Так. Так. А вот это что, я забыл? Ну-ка, вот это переключатель за что отвечает? Этот переключатель отвечает за вот эту вот. Это что отвечает? Это отвечает за путь. Но мне нужно как-то попасть наверх. А наверх я попасть вообще не могу. А я ведь как-то один раз переворачивал пол, подожди. Может, мне надо вообще еще вернуться обратно? Вот это что делает? Мне вот интересно, вот это что делает? Так, это просто переворачивает ворота. Хорошо. Вот это вот что делает? Вижди фиш, ну-ка. А, здесь мы не перепрыгнули в прошлый раз. Но-но-но. Мы здесь не перепрыгнули. То есть почему-то в дальних расстояниях девочка не может перепрыгивать. Но это вот делает. Ну. А нам нужно сейчас как-то попасть, чтобы мы оказались наверху. Но мы не можем. Не понимаю, почему. А как нам наверх-то попасть? Попасть-то нам наверх как? И вот это вот что делает? Типа так она перепрыгнет? Нет, не перепрыгнет. Это только дорогу нам дает. Не, ну давайте сделаем так, чтобы она оказалась наверху, допустим. Она будет наверху, окей. А дальше как? А вот это вот что? Этот нам дает вот эту вот шнягу. Так, и все, мы застряли. Все, понятно. Так. Ну. Короче, я что-то, по-моему, застрял, мне кажется. Но я не могу не могу добраться до верха. Мне надо как-то попасть наверх к вот этой вот шняге с синим огоньком. Но я не могу до нее добраться. Допустим, мы возьмем и поставим, окей. Но нам нужна вторая штука, потому что иначе мы пазл не разгадаем, пока у нас не будет вторая штука. А вторая штука, она находится наверху. А до нее как добраться... Подожди. А все, кнопки уже не работают, без смысла. Смысл этих кнопок, если они не рабочие. Так, стоп. А можно как-то передвинуть целый уровень? Ну-ка.
Нет, соловьи нельзя передвинуть, да ведь? А можно передвинуть соловьи? Подожди. Ну. Допустим, окажется здесь. Это что делает? Так, ну-ка, попробуй сделать вот так. Вот. Вот. И назад. Так, теперь назад. Теперь дай нам вот эту вот шнягу. Так. А, когда она оказывается наверху, то... Ага. Все понятно. Ну-ка, я, кажется, понял, как эта штука работает. Смотрите. А, и как нам попасть? Не попасть. Все, мы застряли. Окончательно. Так, а можно как-нибудь соединить? Ну-ка. Допустим, допустим, мы это соединим, и что будет? Мы обратно возвращаемся во тьму. Ладно. Не, давайте все же обратно идти. Посмотрим, что будет. Wish the fish, я понял. Так, давай. Просто голоса говорят, wish the fish, wish the fish, wish the fish. Поверь в рыбу. Странно, конечно. Так. А вот это вот что наверху за шняга? Подожди, в смысле? Не понял. А, во! Ну, это что делает? Короче, да, он нас приводит к кнопке. Нам кнопка не нужна, все. Мы от кнопки уже отказались. Грубо говоря, мы от кнопки отказались. Теперь, ну-ка, я, кажется, понял, как эта штука работает. Смотрите. Или не так она работает? Нет, она не так работает. Нет, она работает не так. Стоп, если она не так работает, то она как должна работать? Она как-то должна работать, эй. Я в прошлый раз ее управлял, она что сейчас не работает? Странно. Ну-ка, это что делает? Ну, подожди. Она что-то как-то рандомно работает, вот эта кнопка, посмотрите. Вот здесь вот тупик. Здесь мы не можем перепрыгнуть. Так, так. Потом, вот здесь вот. Он почему-то двигает вот эти платформы. Хотя он, по сути, должен был двигать кое-что другое. Так. По-моему, ребят, я, кажется, застрял. Поэтому секунду. Так, ребят, кажется, я нашел решение своей проблемы. Смотрите, по-моему, ну-ка. Если я не ошибаюсь. Оказывается, все было намного просто, чем я думал. Смотрите. Доходим до конца. И обратите внимание, здесь находятся вот эти вот кое-какие полускрытые вот эти вот штуки. И смотрите. Хопа! Хопа! И вот здесь вот есть одна платформа, которая, смотрите. Хопа! И хопа! Все! И вот наш огонек! Оказывается, все было намного проще, чем я думал. Да, вот эта вот загадка дала мне прокипятить мои мозги. Но зато мы нашли уже второй огонек. Но пока что это первые 23 минуты игры, так что пока еще все норм. Так, да, я знаю, держи огонек. Огонек держи. На, все, и что делать? Типа должно получиться буква М? А, нам нужно соединить все линии, чтобы... Ну вот смотрите, я понял, в чем прикол загадки. Вот, так, теперь, чтобы, короче, ни один шарик не остался без линии. Вот смотрите, вот. Потом. Вот. Так, какой шарик еще остался без линий? Но это простая загадка. Это простая. Наверное. А в смысле? Нужно, чтобы все точки соединились. А они соединяются не очень хорошо. Вот. Нет, не вот. Вот. Так. Только не пугай меня, игра, хорошо?
White. Вот так. Отлично. White, говорит мне такой ведущий. Таким приятным голосом. Вау, Харон. Успокойся. Это лишь воспоминание. И если ты все вспомнишь, боль утихнет. Хорошо. Раз ты так считаешь, то окей. Так, что тут у нас? Давайте пойдем сюда. Так, опять с огоньками игра. Так, кнопка. Еще раз. Ага, я понял. То есть первая, вторая, третья. Все, я понял. Это игра на запоминание, моя любимая. Шучу, нет. На самом деле не моя любимая. Так. Первая, вторая, третья. Вторую перепрыгивай. Первая. Все, есть. Огонек. Не загорелся. То есть получается нам нужна какая-то комбинация опять. Не. Или в смысле? Сейчас кнопка не будет работать? Кнопка не будет работать. Хорошо. Так. Смотрим здесь, что у нас. Ну, мне кажется, это будет просто. Наверное. Ну-ка. Четвертая, третья, вторая, первая. Что еще раз? 4, 3, 2, 1, 3. То есть надо здесь начинать с конца. Перепрыгивай, перепрыгивай, перепрыгивай. 4, 4, 3, 2, 1. Перепрыгивай. 3. Изи. Изи пизи лемон сквизи, йоу. Отлично. Философия у этой игры зашкаривает прям вообще. Похлеще, чем у мистера Фримена, потому что здесь есть и сердца, и вены, и человеческие лица. Короче, зашибись. Ага, три огонька нам нужно найти. У созвездия Овна. Три огонька у созвездия Овна. Хотя там даже созвездиями не пахнет. Но вот, если честно, вот первая загадка со созвездиями и вот эти вот соединения линии, они были не такие уж и сложные. Хотя вот второе созвездие там построить было сложнее, мне кажется, чем первое. Первое там понятно, а второе я даже не понял, что оказывается нужно сделать так, чтобы большая линия закрыла маленькую. И куда? А там тупик. Я вот отсюда прям вижу, у меня вот глаз почти что орлиный, я вот сразу вижу, что там тупик. Опять переворачивать что ли надо? Блин, ну вы заколебали, слушай. Оу, тут две пары кнопок. Ну давай. Первая, первая, вторая, вторая, третья, третья, четвертая. То есть два раза надо нажать первые три. И один раз. Вот смотри. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Три. И. Ага, то есть получается эта кнопка была для левого ряда, а та для правого ряда. Окей. Тут как? Первая, вторая. Чего? Чего, подожди? Вторая, четвертая, первая, первая. Третья. Я вроде понял. Еще раз. Вторая, вторая, третья? Или нет? Ну-ка. Вторая, вторая, четвертая, первая, первая, третья. Все. Вторая, вторая, четвертая, первая, первая, третья. Вторая, вторая, четвертая, первая, первая, третья. Перепрыгивай. Вторая. Вторая. Четвертая. Спокойно. Дура. Ты зачем нажала второй раз четвертую? Еще. Ой, все. Все. Так. Вторая. Вторая. Четвертая. Кстати, а она призрак? Просто кнопки видно сквозь нее, как будто она, знаете, получеловек-полупризрак. Или типа того. А может даже она находится, скажем так, в трансе, в нирване, ибо почему с ней разговаривает голос в голове, мол, типа он психолог или что-то типа этого. Первая. Первая. Третья. Отлично. Это пока что первая стадия для того, чтобы мы получили огонек. Огонек, по-моему, у нас находится сзади, да? Надо посмотреть.
Вот он. Хорошо. Так. Это у нас первая стадия. Теперь нам нужно пройти вторую стадию, чтобы зажегся наш второй огонек для созвездия Овна. Как-то странно. Смотрите, послушайте. И внимание. Вы слышите? Когда я двигаюсь в центр, то звук такой идет, как будто, знаете, сейчас будет... И хор начинает высокую ноту поднимать. Здесь что? Не понял, подожди. Это первая так играла, что ли? Ну-ка, я послушать хочу. Это первая так играет. Ладно, ну-ка. Не понял. Тан-тан. Он что, два раза первый идет, что ли? Подожди, ну-ка. По-моему, первая, вторая... Короче, с первой по пятую и третья. Мне кажется. Ну, попробуем. Сейчас. Ладно, первая, вторая, третья, четвертая, пятая... Ну-ка. Я просто не понимаю, какая первая нота, чтобы мог я играть. Вторая первая. Все, я понял. Меня просто запутывали, вот потому что пол экрана не видно, и поэтому я запутался, какая первая нота. Вторая. Еще раз. Давай еще раз. That's try again. Вторая. Есть. Первая. Вторая. По-моему, там третья, четвертая, пятая. И третья. Нет! В смысле? Подожди. Я правильно сделал. Я же правильно сделал, в смысле? А что неправильно-то? Давайте еще раз. Два. Дура. Надо аккуратно вставать на кнопки. Я понял. Я все понял. Аллилуйя! Теперь все правильно. Видимо, когда я вот перед правильным, скажет, перед правильной комбинацией, скорее всего, я там какую-то ошибку сделал, и так вот получилось. Я к огоньку иду, я надеюсь, нет? По-моему, нет. Нет, я иду не к огоньку. Вот теперь к огоньку. Но у нас есть одна проблема. Нам нужен еще один огонек, чтобы... всю эту шнягу преодолеть. То есть мозг у нас будет взрываться еще больше, чем я думал. Так, нет, там тупик. Там тупик. Вот сюда иди. О, уже три. Иллюминаты пошли вон. Треугольнички. Треугольничек первый. И вон наша кнопка, кстати. Не кнопка, а... не тотем, а как он называется? Огонек. Сюда.
Так, к огоньку мы вернемся чуть попозже. Нам нужно пока что найти кнопки. Вот они, кнопочки. И опять сейчас нас будут сбивать. Ты что, этот так дышишь, что ли? В смысле, это какая нота? 5. Подожди. Подожди, я так запутаюсь. Подожди. 5, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Блин, я не запомню так. Ну-ка. Телефон в помощь. Так. Давай блокнот. Давай создай текст, чтобы я мог запомнить эти числа. Давай. 5, 3, 3, 5, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Просто я, у меня такая память, что я могу забыть некоторые числа, поэтому... Ну, блин, 6 чисел, вы серьезно, блин, я так не запомню никогда в жизни. Это 3, это 4, это 5. Ну что, вон, 7 цифр. 5. Потом, вернись. Не отключайся. 3. 3. 1. 2. 3. 2. 1. В смысле неправильно? А как правильно? Подожди, это ведь пятая нота, верно? Пятая нота. А шестая! Я перепутал. Это не пятая, это шестая. Надо поменять цифру. 6. Все. Просто у меня есть функция блокнот, и чтобы запоминать числа, а то иначе я так не запомню никогда в жизни. Я понимаю, что эта игра типа тренирует память и всякое такое, но это не тот случай. 6. Теперь надо вернуться на 1, 2. Это 3? Я надеюсь, что 3. 1, 2. Стой. Погоди. Так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Всего одна загадка. Фух, слава богу, а то уж я, блин, думал, что сейчас буду, блин, как те два, то что, мол... Подожди, вот сюда. Так, все, третий огонек созвездия Овна найден. Вот, признаюсь честно, эта игра вот слишком философская. Давайте мы дойдем, наверное, до головоломки и пока что на этом закончим. Потому что у меня игра сейчас... Столько информации, столько философии, столько вот треугольников иллюминатских. Он меня сейчас просто тупо не переварит, поэтому... Это эмбрион? Это эмбрион, прикинь? С пуповиной. Нормально. Восстанови свои воспоминания. Что это такое? Что это? В смысле? А, нужно, чтобы все синими стали. Это сложно. Это мне придется перетыкать весь экран, чтобы понять, как это сделать. Блин, тут логика нужна. Причем жесткая логика. Не буду материться, так что скажу, что это жесткая логика. Давайте я просто потыкаю, вдруг получится. Из ничего получится что-то такое прям из ряда вон выходящее. Прям получится какая-нибудь шняга. Я понимаю, что здесь нужно думать, что здесь нужна голова, но... Я обычно голову в головоломках не использую. Я обычно просто тыкаю и смотрю, что будет. Но тут надо просто посчитать, наверное, все вот эти шарики и понять, какие нужно нажимать, чтобы все получилось. Я пока что просто потыкаю, чтобы понять, где что нужно нажимать, а где что нельзя нажимать. Поймем. Все.
все. А, можно и на синий нажимать, прикинь. Блин, сложно. А можно сбросить? А, сбросить можно. Rebuild your memories. Так, что я предлагаю, ребят? Давайте я пока что тут кое-что разузнаю. Так что секунду, ребят. Короче, ребят, эта головоломка просто кошмар какой-то. Я вот кое-что разузнал, и оказывается, нужна для этой головоломки нужна вот такая вот комбинация. Специально показываю на телефоне. Скорее всего, никто не увидит, но давайте я вам продиктую, какие номера нужно набирать из вот этого вот ряда, чтобы головоломка получилась. Смотрите. Один. Стоять. Потом, вот это 15 здесь будет. 16. 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом, вот это 20. 21. Вот он. Потом 22. Потом 19. Вот он. На всякий случай три раза сделайте 19. 19, 2, 19, 3. Потом 18. Потом 23. Вот он. Стоять. Затем 20. 15. 10. 5. Потом 9. Потом 20. Потом 24. 23, 22, 21, потом вот где-то здесь должно быть 11, то есть 6, 7, 8, 9, 10, 11, я уже потерялся немножко, 11, потом 6, 7, 1, и 24. Так, по-моему, я какую-то комбинацию неправильную сделал. Почему-то у меня ничего не получилось. А, вот. Все, получилось, отлично. Видимо, я где-то в каком числе ошибся. Вау. Какие-то псы у нас здесь. Успокойся. Воспоминания не могут тебе навредить. Короче, у нас из воспоминаний появился какой-то хоро и появились какие-то волки. Ладно, давайте пока что, ребят, на этом закончим с вами. То есть, игра, она такая очень, можно так сказать, философская. В ней дофига чего загадок. И вот если я даже сейчас начну эти загадки разгадывать, у меня просто вот реально мозг взорвется. Так что мозг сейчас должен немножко успокоиться. И эта игра у нас будет многосерийной. То есть, мы будем эту игру продолжать с вами. Как это делал Юджин. И он, кстати, ее прошел. И вот, собственно, и все. Спасибо, что меня на этом смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, дабы знать мои события. Ссылка на мою ВК в описании. Всем удачи, всем пока!